Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил. Запрос доступа к засекреченной информации. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Восстановление профиля завершено. Личность идентифицирована. Итак, что же с Шепардом? Родился на Земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Подходим к ретранслятору на Иден Прайм. Начинаю процедуру перехода. Капитан. Мы подключились. Идет расчет транзитной массы и направления. Ретранслятор в режиме. Выходим на левую. Приготовиться к переходу. Тяга норма, навигация норма, внутренние тепловые коллекторы задействованы, все системы работают. Дрейф в пределах 1500. 1500 это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гандон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры – это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Спектров не посылают на тестовые полеты. Значит, здесь нечто большее, чем говорит нам Андерсон. Джокер, доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану, мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Я уже иду. Это из-за меня? Или капитан у нас все время малость в бешенстве? Только когда говорит с вами, Джокер. Около 1200 лет назад турианцам было предложено присоединиться к Совету Цитадели в качестве галактических миротворцев. Турианцы обладают самым большим флотом в пространстве Цитадели. Он является основой вооруженных сил Совета. По мере расширения своих территорий и сфер влияния, турианцам пришлось положиться на опыт военной разведки саларианцев и дипломатическое искусство Азари. Несмотря на колониальные взгляды по отношению к остальной части галактики, правящая иерархия понимает, что в случае уничтожения двух других рас она потеряет больше, чем приобретет. Турианцы живут в авторитарном обществе, в котором ценится дисциплина и высоко развито чувство личной и коллективной чести. Со времен войны первого контакта в 2157 году, которую турианцы называют «инцидент с ретранслятором 314», между турианцами и людьми сохранилась давняя неприязнь. Тем не менее, официально расы считаются союзниками, а их дипломатические отношения отмечены вежливостью и прохладой. Альянс систем – это независимое наднациональное правительство, представляющее интересы всего человечества. Задача Альянса является управление и защита станций и колоний, находящихся за пределами Солнечной системы. Альянс образовался как необходимая мера в процессе развития различных национальных космических программ. Планеты Солнечной системы были постепенно изучены совместными усилиями различных наций. Расходы на исследование новых систем были слишком велики для одного государства. Человечество понимало, что контакт с внеземными цивилизациями неизбежен, поэтому было достаточно политических мотивов для создания организации, финансируемой несколькими государствами. Тем не менее, мало кто на Земле воспринимал Альянс всерьез до войны первого контакта. Пока различные государства решали, кто возглавит освободительную кампанию Шанси, флот Альянса нанес решительный удар. По завершении войны действия Альянса были высоко оценены общественностью, что позволило ему сформировать собственный парламент и стать представителем интересов человечества в галактике. Я же говорю, я его видел. Прошел мимо с таким видом, будто он на задании. Он же Спектр. Они все время на задании. А мы и тащимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе так язву заработаешь. Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Похоже, вы не доверяете нашему гостю-турианцу. Простите, капитан. Просто мы с Адамсом перебросились парой слов. Ничего такого не имели в виду. Но знаете, есть в этом задании что-то странное. Вся команда это чувствует. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Я вырос на Иден Прайм, док. Это не то место, где часто бывают спектры. Найл и что-то не договаривает об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха, Дженкинс, вы пересмотрели шпионских фильмов? Как вы думаете, капитан? Мы ведь на Иден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Успокойтесь, капрал. Хороший солдат спокоен всегда, даже под огнем. Простите, капитан, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание, и спектр на борту. Относитесь к этому как ко всем прежним своим заданиям, и все сложится. Вам легко говорить. Вы-то себя показали на Акузе. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Вы молоды, капрал. У вас впереди еще долгая карьера. Не наделайте глупостей, чтобы ее не испортить. Не волнуйтесь, сэр. Я не напортачу. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал, там довольно красиво. Я там никогда не бывал. Но вы о ней знаете. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение. Так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Вы что-то знаете? Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Думаю, вы что-то не договариваете. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Какой будет груз? Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что еще вы можете мне сказать? Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на Цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве Цитадели. Ожидаете проблем? Я всегда ожидаю проблем. Это еще не все, Шепард. Найлус здесь не только из-за маяка. Он также хочет оценить вашу работу. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Немногие смогли бы пережить то, через что вам пришлось пройти на Акузе. Вы показали сильную волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Полагаю, что это пойдет на благо Альянсу. Это нужно Земле, Шепард. Мы полагаемся на вас. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Как прикажете, капитан. Мы уже на подходе к Иден. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Ложись! На нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю, тяжелые потери! Не можем! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда! Требуется... После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38,5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Оленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включая стелс-системы. мило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходим на точку 1. Найлус, вы ее не знаете. 1, я двигаюсь быстрее. Найлус пойдет вперед на разведке. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном, прошу соблюдать тишину в эфире. Служу Альянсу, сэр. Успех миссии зависит от вас, шеф. Удачи. Заходим на точку 2. Спектры являются агентами организации под названием «Специальный корпус тактической разведки» «Спектр» и подчиняются исключительно Совету Цитадели. Это элитные оперативники, которым позволено применять любые средства для устранения угрозы миру и стабильности. Они действуют поодиночке или группами по 2-3 человека. Некоторые из них являются тактичными миротворцами, использующими дипломатические навыки для разрешения конфликтов. Другие представляют собой хладнокровных убийц, безжалостно устраняющих проблемные личности. Все они так или иначе выполняют свою работу, зачастую выходя за рамки галактического закона. Организация «Спектр» была основана после того, как в Совет вошли саларианцы. Много лет ее агенты действовали скрытно, являясь тайной силой решения проблем. Их деятельность была обнародована только после восстаний кроганов. Задания спектров не столь масштабны и не требуют военного вмешательства, но обычно они значат, что Совет обеспокоен ситуацией. Колонии сильно досталось, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. Это еще что такое, черт побери? Газовые пузыри. Не волнуйтесь, они безвредные. Ох ты, черт! Что здесь произошло? Все цели уничтожены. Выстрел пробил его защиту. Мы проследим, чтобы его похоронили со всеми почестями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекайтесь. Слушаю, сэр. Кинетические барьеры, в обиходе просто щиты, обеспечивают защиту от большинства видов вооружений, работающих с использованием ускорителя массы. установленные на космических кораблях или на скафандрах солдат, все они имеют общий принцип работы. Кинетические барьеры представляют собой поля эффекта массы, создаваемые небольшими излучателями. Эти барьеры надежно отражают объекты, двигающиеся на высоких скоростях. Таким образом, обеспечивается защита от пуль и других опасных снарядов. В то же время пользователь может быть уверен, что сможет спокойно сесть на стул и что тот от него не улетит. Кинетический барьер не защищает от экстремальных температур, токсичных материалов и радиации. Наконец-то хоть что-то за помощь, капитан. Честно говоря, не думала, что мне удастся выжить. Сержант Эшли Уильямс, взвод 212. Вы здесь главный, сэр. Вы ранены, Уильямс? Несколько царапин и ожогов. Ничего серьезного. Остальным повезло меньше. Да, боже. Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь. С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Вы знаете, с кем мы имеем дело? Думаю, это геты. Гетов не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк. Место раскопок закрыто, оно за тем холмом. Маяк должен быть там. Нам бы пригодилась ваша помощь, Уильямс. Так точно, сэр. Пришло время расплатиться. Выходим. Геты – раса человекоподобных существ, обладающих ИИ, которые объединены в сеть. Они были созданы 300 лет назад кварианцами и должны были использоваться в качестве солдат и рабочей силы. Когда геты проявили признаки самоэволюционирования, кварианцы попытались уничтожить их. В результате разгорелась война, которую геты выиграли. Это стало причиной систематического притеснения искусственного интеллекта в галактическом обществе. Особенностью гетов является уникальный распределенный разум. Поодиночке они проявляют рудиментарные животные инстинкты, но по мере увеличения их числа и уменьшение расстояния между ними, умственные способности каждого из них заметно возрастают. Находясь в группах, они способны размышлять, анализировать ситуацию и использовать тактику, как любая органическая раса. Геты обитают в дальней части рукава Персея, за пределами находящихся вне закона систем термина. Между их системой и системами термина находится туманность Вуаль-Персея, состоящая из газа и пыли. Маяк находится в конце этой траншеи. Чувствую неприятности. Раскопки проводились здесь. Тут был и маяк. Наверное, его куда-то перенесли. Кто? Наши или геты? Сложно сказать. Может быть, мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых? Как вы думаете, кому-нибудь удалось выжить? Если им повезло. Может, спрятались в лагере. Он находится на этой горе, за уступом. Планы меняются, Шепард. Впереди небольшой космопорт. Я проверю, что там. Буду ждать вас около него. В боевых скафандрах используется двухуровневая система защиты. Внутренний слой состоит из бронированной ткани, набитой материалом с кинетическими свойствами. Неподвижные места, такие как область груди или голени, усилены пластинами из облегченного абляционного керамического материала. Внешний слой составляют автоматически генерируемые кинетические барьеры. Если элемент питания обладает необходимым зарядом, при приближении объекта, двигающегося с определенной скоростью, барьер будет включен и объект будет отражен. Тяжелые скафандры обеспечивают герметичность, необходимую для нахождения в среде с экстремальной температурой и вредной атмосферой. В стандартную комплектацию входят микрокомпьютер, коммуникационный модуль, навигационная система и несколько датчиков. Микрокомпьютер выводит информацию, получаемую от системы интеллектуального наведения оружия, облегчая тем самым обнаружение и уничтожение врагов.